приехал в Голубицкую столицу Краснодарского края, Азовское море. Море волнуется, холодно. Чуть-чуть погоды не подрочитал. Думаю, надо ехать дальше. Новороссийскому, потому что здесь песок холодный, вода холодная, купаться невозможно. По времени у меня заняло от города Щелково сюда доехать 1 часов. По дороге спал час под Ростовом. Дорога очень хорошая, нигде пробок не было, проехала отлично. Единственное, был дождь, пришлось подключать полный привод, чтобы машина не буксовала, не кидала ее. Расход бензина где-то вышел 10 литров на 100 километров. Подникам вышло со всеми платными дорогами, с едой и всем остальным 16 с лишним тысяч на двоих. Гостиницу сняли, 1500 сутки стоит. В принципе, чисто, чистенько, уютненько. Есть кухня, есть все, бассейн, все остальное. Пока так. Дальше еду в Новороссийск. Может сегодня, может завтра с утра. Потому что невозможно здесь находиться.